В Уральске начато строительство очередного дома по программе государственно-частного партнерства. Он появится взамен двух аварийных строений на улице Ескалиева. В отделе жилищно-коммунального хозяйства подчеркнули, что всего за время реализации госпрограммы ГЧП было снесено 19 аварийных многоквартирных домов. Новая стройка на улице Ескалиева развернулась там, где еще два года назад стояли 100-летние частные дома. Проживание в них было опасным. Строения были признаны аварийными и снесены. Городские власти предоставили инвесторам участок. Те обязались построить здесь трехэтажный жилой дом с мансардой. Часть квартир в нем будет предоставлена жителям аварийных домов, которые временно разместились в другом жилье. По адресу Ескалиева у нас выдается 12 квартир именно ветхого жилья. А остальное мы реализуем. Вообще у нас меморандум с 8 объектами, и на этот год мы реализуем только 3 объекта. В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог проинформировали, что с начала реализации программы государственно-частного партнерства было построено 9 новых зданий, куда заселили людей из аварийного жилья. Всего в Уральске на данный момент 52 дома признаны аварийными. С начала момента реализации государственно-частного партнерства были снесены 19 жилых домов, вместо них были построены 9 домов. Ведется строительство еще 3 новых домов. Также за счет инвестиционной программы КПО БВ с северо-восточной части города Уральска строится 2 дома. Один из них 64-квартирный и другой дом 180-квартирный. Отметим, что государство помогает инвесторам с проведением необходимых инженерных коммуникаций. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.